الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فخلقنا لغاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله создал все свои творения с определенной целью. وأي واحد منا إذا سئل لماذا خلقت يجيب، يعرف الإجابة، يقول أن الله سبحانه وتعالى قال، حتى ويأتي بالدليل، يقول الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. То есть, если кого-либо из нас спросят, какая цель твоего создания, почему Аллах создал тебя, то ты должен непременно ответить, так как на это указывает аят из Корана, поистине я создал, как Аллах говорит, что поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. لكن ليس الإشكال في الإجابة عن هذا السؤال، الإشكال في العمل والتطبيق. То есть, многие люди, то есть, говорят это. То есть, что они заявляют о том, что они якобы понимают о том, что они созданы для поклонения. Однако, говорит, вся проблема в том, это воплощение это в жизнь. Воплотили ли мы в жизнь эту цель, для которой мы были созданы? Потому что, говорит, многие люди, говорят, с того момента, как они просыпаются, и до того момента, как они засыпают, не думают ни о чем, кроме как о мирских благах. Если же человек будет хорошо думать об Аллахе, то есть он должен думать, что Аллах выбрал меня среди числа многих людей для того, чтобы я был требующим знания. ولأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Потому что пророк صلى الله عليه وسلم сказал тот, кому Аллах пожелает блага, тому даст понимание религии. فالعبد يحتسب أنه يقوم لله وينام لله ويعطي لله ويمنع لله. نعم. Человек должен всегда иметь такое, то есть в душе стремление, что все, что он делает для Аллаха, спит ради Аллаха, просыпается ради Аллаха, кушает ради Аллаха. فلو احتسب الإنسان الأجر في كل ما يصنع وكل ما يترك كان له من الأجور الشيء الكثير. То есть если человек должен надеяться на награду от Аллаха во всем, что он делает и во всем, что он оставляет, если он будет надеяться на награду, то он получит много этой награды. ولا يحتقر الإنسان شيء يسير أحيانا قد يحتقر الإنسان أشياء يسيرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أنه لا يحتقر الإنسان شيء ولو يسير يعني في السعي لله. То есть также человек на пути Аллаха не должен как бы обращать, думать о вещах, что это вещь маленькая, то есть говорит, что это вещь ничтожная, ничего не весит. То есть даже если это дело маленькое, но оно хорошее. Аль-калима ат-тайба садака. Потому что даже хорошее слово это садака. Фаль-вахид минна ятакаллам. Ну, например, кто-то из нас разговаривает. Фалимаза ла наджаль хаза аль-калам калам тайб. Почему бы не сделать тогда эти слова благими словами? Лимаза наджалу калам сайй. Почему мы эти слова делаем дурными словами? والله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يعني إن كنتم حقا عبادا لله. То есть Аллах говорит в Коране, то есть скажи моим рабам, то есть если вы действительно являетесь моими рабами. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني لا يتكلموا إلا بأحسن ما لديه يعني لا تتكلم بالحسن تتكلم بأحسن. То есть Аллах говорит в Коране, скажи рабам моим, чтобы они разговаривали только лучшими словами. То есть выбирали из слов самые лучшие слова и только их употребляли в своей речи. Обращайся к людям так, как ты хочешь, чтобы обращались к тебе.